Напишем портрет всего два цвета. Смотри. Кисточку макните в растворитель непахнущий. Возьмите умбру ленинградскую натуральную. Жиденькой краской вот так наметьте набросок лица и основные теневые части его. Наша цель — наметить основные пятна теневой и световой части лица. Световую часть лица прозрачной жидкой краской тоже покройте. Параллельно сразу можно создавать полутона вот таким приемом. Верная кисточка дает очень хорошие переходы и не дает рано углубиться в детали. Таким же образом наметьте головной убор также жиденько, и также можно управлять этой краской, пока она жидкая. Сейчас можно взять любую сухую тряпочку, намотать на палец и вытереть самые светлые части на лице. Можно начать уже прорисовывать детали тонкой кисточкой. Краска уже немножко схватилась, можно уже прорисовывать морщинки. Также использовать тряпку и для бороды. Ну и наконец сейчас можно взять белило и начать с бликов на лице. Краску уже можно взять погуще. Помните, в тенях пусто, на свету густо. И также локоны на бороде уже тонкой кисточкой. Локоны делайте в виде вот таких штришочков, разные по толщине и по тону. Это очень эффективное упражнение для того, чтобы работать потом уже и цветом. Друзья, творческих успехов!